Сегодня 4 февраля, только что-то не сильно мне повезло, да? Какие-то тучки. Я решил совершить сегодня подвиг, поставил будильник. Еще нам повезло, что площадка, а я думаю, она навсегда мне повезло, наверное. Она всегда открыта в бассейн. Тут написано: свой страх и риск, прыгайте, бегайте. Так вот, хочу встретить рассвет. Мы когда подлетали, был такой багровый, но я не сидел возле иллюминатора. Я там пытался что-то, но сомневаюсь, что-то получилось у меня. Потом буду просматривать эти видео. Но вот там уже потихоньку. Вот эти мне так мешают. И что, они, получается, еще закроют скоро рассвет, да? Ну, в общем, не селитесь больше тогда, просто в Рейни Бич. Вот это Гранд Бич рядом. Вот теперь в Гранд Бич селитесь. Потому что наша гостиница была крайняя, теперь она... Ну, в общем, попробуем, посмотрим, что будет с солнышком. Вот видите, по камерам уже пришел. Но он местный работник, просто спросить. У меня все хорошо? Я говорю, я хочу рассвет встретить. Вот видите, уже зареет так. Красные краски появляются такие бордовые. Он все улыбнулся, тогда говорит, все нормально, а то мало ли что. Тут все здорово, быстро. Даже они не спят по утрам, бедные. Из-за нас отдыхающие. Вот уже появились такие фиолетово-красноватые красочки. Их буквально не было. И вот там, сейчас я вам покажу. Вот тут мне страшно стоять. Я не знаю, как он стоял вот на этой досточке. В прошлый раз, помните? Вот на этой досточке парень стоял. А я вот тут иду специально. Вот так выглядит бассейн. Все спрашивают, как так бывает? Да чтобы не брать вот эти вот строительные штуки, блин, надо в следующий раз выйти тогда будет туда. Куда? На берег. Утром. И сейчас мне пойти, но сейчас я боюсь, я пойду и солнце выйдет. Вот они уже, такие яркие краски. Начинают. Ветер неплохой. Ну, краски вообще. Камера навряд ли, конечно, передаст. Завтра еще просыпаться. Но если честно, это даже в удовольствие. По местному 7:41 вроде были. В 6:41 надо посмотреть. По местному во сколько восход. Не знаю, что делать. Бежать, не бежать. Уже поздно, но чтобы настройка не входила в мои графики. Камень нету, по-моему, да, бассейна? Вот соседям, оказывается, еще бассейн наверху тоже есть. Thank you.
Ух ты, гром гремит. Ёлки, получается. У меня чуть-чуть не то утро. Но все равно. Это солнце. Все равно шик. Может, долго будет оно всходить? Но воздух, конечно, я не могу вам передать. Окрасится небо багрянцем, и волны бушуют у скал. Поедем, красотка, кататься. Давно я тебя поджидал. Вот багрянец, а вот волны у скал. Красотки пока нету. Вот это вот построечка. Якобы пострадавший еще при... Ой, при ком, скажите? При последнем цунами вот этом страшном. Мальдивском. Я не знаю, тут, по-моему, весь остров накрыло. Надо будет сейчас... Я почитаю, потом вам расскажу. Но вот это точно, и она не восстанавливалась. Нет, есть любители сансета. Сансет. Восход солнца. Тучи позволили мне, видите, даже добежать до края острова. Ну, не зря мы сюда с вами пришли. Вот оно начинает появляться из-за туч. Красота.
красавица. Красавица солнце. Средний род, да, никак. Красавицы. Вот оно. И вот самолет над нами пролетает заодно. И луну даже видно, вот. Вот она. Пока самолет, солнце уже тут. Красота. Восход солнца на пуши. Удачный восход солнца на Мальдивах, но мне, не знаю, как вам, мне нравится все равно вот с этими тучами. Все равно удивительный такой контрастик. Интересно, смотри, такая злая мордочка, два глаза. Но
представьте хоть на секунду, если не будет восхода, что будет? Вот просто. Не, понятно, бывает полярная ночь там где-то, да, в Норильске. На Северном полюсе, но тем не менее. Там-то люди к этому готовы. А если здесь? Люди баунти их называют. Что с ними тогда случится? Ладно, постараемся последние 4 дня всегда встречать рассвет, какой бы он ни был. Мне просто самому интересно. Я вроде выспался наконец-то от всех дорожных этих. Точка хано, поэтому такое. Не только я, а вот еще тоже, видите, работники ножа и топора, романтики с большой дороги. Ну уж маленько осталось, дождемся, когда оно выйдет вообще из плена. Ну все, вот оно показалось всей красе. Это уникальное мальдивское солнце, от которого загораешь моментально. У меня вот только руки отошли, и то я купил, это сильное увеличение, и то я купил крем алоэ, что ли, вместо зелененький такой. Вот он меня спас, всем рекомендую. Зеленый вы спросите в любой лавке, по-моему, маленький стоит $8, большой 20, ну или 10-20, не помню. Вот, я маленький, конечно, купил. Вот он меня спас конкретно. Хотя я брал с собой мазь и так далее, вот этот зеленый крем алоэ нарисован на нем. Поэтому берите и спаситесь. Вот и травка на Мальдивах, такая же, как у вас в ваших деревнях. Вот мусор мальдивский, такой же, как и у вас. Ну, мусора тут вот хватает, это, конечно, прибоем его набивает. Но все равно, надо дать должное, здесь довольно сейчас прилично. Довольно чисто. Все. Сансет, рассвет мы встретили. Надо убегать теперь от солнца, по крайней мере. Ребята, я третий день еще спасаюсь от него. Я насладился в полную силу. И такие Мальдивы тоже бывают. Но такие красивее. Кому как, мне нравится, когда кошки приходят вот на завтрак. Вот смотрите, сосиски им даем, они такие едят. Ну, правда, мы тоже их не едим. Ну и кошки тоже не едят. Посмотри на меня. Они такие подтянутые здесь, не жирные.
сняли мне номер. Недорого это стоило. Просто он так сказал, как только выйдет, я говорю, я тебе предложу. Поле его зовут, Жан-Поль Бельмондо. Ну, никакого отличия. Вот балкон. Только на четвертый день. Ребята, реально нету времени. На четвертый день я смог остановиться и заказать себе у знаменитый, говорят, самый вкусный стейк тунца. Арена Бич, где я живу. Представляете? То я ездил на черепах, то я болел, то я скидывал видео, то я гулял, то я запускал квадрокоптер. То... Так что отдыхать это тоже целая работа. Куда-то уезжать. И благодаря тому, что сейчас встретился с украинскими туристами из Мариуполя, кстати. Азовское море у них. Говорят, такое же. Красивое. Вот они нахвалили еще плюс. Спасибо им большое. Так спасают. Туристов от падающих кокосов. Но это только особо обученные люди могут этим заниматься. Представляете, вот он висит там. Ну зато по 10 долларов сколько раз шла. Не, по 5, наверное. Ведь по-другому никак ничего нельзя придумать. Может, с помощью дронов бы попробовать пили эту ветку. А вот падает. Сначала ветки. Ветки тоже аккуратно. Они тебе не дают. А если ветки не срубить, то к кокосам не подобраться. Но это все используется потом. Каким-нибудь бунгало делать. Ничего не пропадает на острове. Или нет календаря. Всяких приспособлений даже. Я думал, у него какие-то кошки там. Ну, он маленький единственный. Это с ума сойти, он и забирался так, оказывается. Попробуйте вы заберите. Специалист. Сейчас он это все срезал, он должен еще, наверное, это убрать где-то. Тоненький. Как улочная рыба, посмотрите. Отсюда трансфер от алкоголической яхты. Вот они на утеху было. Не, вот на утех они возят. Местная полиция. Да, на вот этих, наверное. На вот этих кто-то не возит. На маленьких. Давайте вы съездите экспериментально, потом расскажете, мне просто интересно. Хорошо. Я, допустим, тоже один коктейль возьму, не одно пиво, все. Посидим за глаз, встретим и по домам.
это бесплатный трансфер Маокуши любителям алкоголя. Ну, полицейская серьезная такая. Интересно, моментально люди собираются. Слушайте, и закат, наверное, мы встретим там. О, вот это супер трамвай. Одних привозят, других увозят. В открытом океане. И все это потому, что на территории запрещено продавать алкоголь. А на воде, получается, можно продавать. Страшновато. Красавчик он вообще. Так технично чалится. Всех высаживает, всех подсаживает. Да, господа, вот так продают. Кстати, вот в этой тюрьме, оказывается, сидел предыдущий президент. Не. Потом последующий. Предыдущий выпустили. Последующий сидит. А настоящего якобы тоже там уже идет расследование. То есть демократичная такая страна, кажется, Мальдивы-то. Или, скорее всего, знаете, тут как бы большой вес имеет меджилис, называется тоже, да. Типа парламент местный. И поэтому вот это двоевластие, наверное, оно и влияет положительно, я думаю. Вот солярой пахнет конкретно. Там сложная система. Так что двойная ветвь власти, я думаю, это достаточно. И, в принципе, вот видите, президенты сидят, никому ничего не пугает. Тырят, тырили и будут тырить. Оказывается, работает, ребята, практически всю ночь. Закрывается до последнего посетителя, представляете? Такое все немножко нехило стоит. Это которая говорил Биг Босс, я даже не знал, что это алкоголическая яхта. Вот так, кстати, тоже на рейде стоит. И еще одна. Вот она. Пускай здесь такого не будем. Здесь стоит 5 долларов. Маленькая баночка. А вы целый месяц здесь? Да. Молодцы. В общем, держит эту яхту белый, естественно, человек. Он закатик. Ну, как бы ночью... очкова. Кататься на катерах. По Индийскому океану.
Да, ему можно приехать, просто посидеть, даже и представляете, все бесплатно, и ничего не выпивать, если не хотите. Вообще не проблема. $5 стоит пиво маленькое, 0,3, да, получается. $5 сок, там, не знаю, с 2 граммами водки. Причем вот эта яхта, она дешевле, чем вот эти две, которые безмачные. Ну, а бутылка водки $100, там все как $100, ну, а дорогое там. Не зашли парни и сразу отдали 800. Там $100 сразу. То есть каждый тратит деньги как хочет. Может быть, завтра попробуем съездить на остров Гули. Молодец ты, капитан, вообще красавчик. Чемпион чемпионов. Вот это с других яхт тоже, с алкоях.